Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы играем Бэтмен. Ну, такой комикс у нас про Бэтмена рисованный. Ну, тут он идет как комикс, как мультфильм, как фильм, не знаю, как правильно сказать. Тут от тебя мало что зависит действие-то. В основном только выбираешь, по какой сюжетке двигаться. Итак, кафе Трист, 1723. Ух ты, кто так хлопал? Warrant? Что? Ордер? Что, черт возьми, творится? Не надо. Это надо исправить. Кто-то хочет навредить мне. Мы не хотим устроить еще одно. Так, Харви, это запомнил. Пресса уже и так здесь. Охотится за мной. Мэр Хейл позволил это. Да, а потом полиция ворвалась в мой дом и забрала все, что связано с Уэйд. Компьютеры, жесткие диски, файлы. Ты чертов окружной прокурор. Я не знал об этом, клянусь. Так. Ну давай, вот, ты мне должен. Он не имел права вписываться. Ты должен мне все объяснить. И я сделаю так, что ты услышишь все прямо из уст Хила. Правильно я прочитал? Я просто не понимаю, почему Хилл подставляет свою шею? Просто чтобы вовлечь тебя в какое-то невероятное расследование? Так. Чего он надеялся добиться? Я намерен это выяснить. Полегче, Брюс. Какой кошмар. Хотел бы я просто прекратить это, но не знаю, смогу ли. Если я правильно все понимаю, то после этого расследования Хилл может проверить все как конфликт. Это может плохо связаться нас обоих. Давай, будем держаться вместе. Нам нужно ответить. Хилл не может уйти с этим просто так. Возможно, эту войну нам не выиграть. За тобой весь город, Харви. Как... А, вот ты где. Привет, что-то с финишем, что ли? Просто я всегда опаздываю. Рад, что ты пришла. Прости, я всегда опаздываю. С финишем она, реально блажь, вон. Женщина, кукошка. С кукошкой. Ты не говорил, что приведешь на обед друга. Это Селена. Мне кажется... Так. Вот так. Харви никогда не упоминал о вас. О, правда? Это интересно. Так, значит, как ваше имя? Это Селена. Селена Кайл. Вот. У вас сильное рукопожатие. Это потому, что я без девушки. Не волнуйтесь, я не упаду. А, простите. Она тоже поняла. Селена недавно в городе. Я показывал ей Готэм. Знакомился с людьми. Ты прекрасный экскурсовод, Харт. Что привело вас в Готэм? Правильно, надо быть вежливым, тактичным. Синяк синяком. Бизнес. Давайте просто будем надеяться на лучшее. Меня ограбили. Ух, ты добыть не может. Я просто злюсь из-за того, что этот урод в маске ушел с моими вещами. Ты его видел? Давай подразним немножко. Вы запомнили нападавшего достаточно хорошо, чтобы подвергнуть его? Я прошу Гордона заняться этим. Скорее всего, он уже пропал, чтобы не взял этот. Надеюсь, что нет. Там были важные материалы. Существенные? Очень. Я не знаю, как буду объяснять это своему нанимателю. Ну тогда, когда в моем рабочем фронте происходит нечто подобное, они поймут. Уверен, ваши клиенты все поймут. Сомневаюсь. В моем бизнесе люди не особенно снисходительны. По крайней мере, я не единственная, кого побили. Эта пресс-конференция, ах, у нас все под контролем. Правда? Я разберусь с этим. Кому-то в моем офисе нужно знать, что происходит. Ага. Прошу прощения, я на минутку. Привет, это Харви. Сейчас вот мы и поговорим. Верни то, что взял. Сейчас. Ну давай. Приятно познакомиться с настоящим тобой.
Взаимно. Вообще-то это многое объясняет. Как ты можешь позволить себе чудесную броню, все эти игрушки? Вот Харви удивится. Прости за глаз. Прости за синяк. Это не первый раз, когда меня бьет мужчина. Мне жаль это слышать. Не волнуйся, я не собираюсь разоблачать тебя. Пока что. Мне кое-что интересно. Я сделаю то, что сделаю за деньги, но ты, Брюс Уэйн, какое оправдание у тебя? Ну правильно, я-то богат. У меня есть свои причины. Селина, это запомнить. Я только подумала, что мы... Думала, что мы вместе, да? Ну, по крайней мере, девочка не глупая. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Я хочу вернуть это. Похоже, там что-то важное. Что на жестком диске? Я не знаю. Ты не знаешь, что ты украла? Знать — это не моя работа. Мои клиенты не знают, кто я, и я не знаю, кто мои клиенты, или что они хотят. Но ты знаешь, кто я. Люди, на которых я работаю, они не хотят, черт возьми, вокруг да около. Блин, на белом, белое на белом читать. Если я не достану жесткий диск, мне конец. Похоже, ты расстроена. Нет, мы расстелили постель. Причем постель. Так, тебе нужно... Вот, помощь предложу. Я же джентльмен. Тебе нужна моя помощь? Ты выглядишь так, будто можешь вполне постоять за себя. О, просто отдай мне диски, и я отправлюсь в свое маленькое королевство. Пожалуй, нет. Слушай, у меня мало времени. Мой работодатель ждет, что я передам его. Где? Просто отдай его. Адрес, сейчас же. Нет, отдай мне диск. Ну ты что, дурочка, что ли? Вот, давай, пожалуйста, Селина. Доброта. Доброта. Вежливость. Лучшее оружие вора. О, говорит, пожалуйста, когда ему хочется. Хорошо, Брюс. Похоже, мне конец в любом случае, ни хрена. Мой контакт, он ожидает кошку, а не летучую мышь. Когда ты должна была отдать? 15 минут назад. Лучше поторопись. Здесь все хорошо? Все отлично. Ты мне скажи, мои люди работают над этим. Мы собираемся все уладить. Я чувствую себя уже лучше. Прости, но мне пора бежать. Так скоро вы не останетесь с нами выпить? Да, Брюс, останься выпить. Я бы с радостью, но мне нужно успеть на другую встречу. Не хочу опаздывать. О, хорошо. Не забудь надеть другой костюм. Еще... Играет со мной. Люди, кошки. Чё тут? Где перевод? Блин. Я ж не знаю английского. Могли бы и перевести. Ради меня хорошего. Ну и ради вас тоже. Нет, ну вы там, может, что-то и знаете. Альфред, я на складе. Никаких следов, связанного с женщиной и кошки. Доки в восточном районе. 18:44. Позже, похоже на засаду. Будьте начеку. Как я говорил, переводить я буду от себятину. Ну, близко к тексту. Чтобы смысл был понятен. Ну, давай. Использую. Кстати, вот такие рисованные игрушки есть. Наподобие Counter-Strike. Вот она очень интересная. Только с большим, огромным миром. Хотя какой-то Counter-Strike уже не Counter-Strike даже. Это была не передача, это была бойня. Сколько? Мне придется считать кусочки. Боже правый, кто мог такое сделать? Именно это я и собираюсь выяснить. Гордон, доки в восточном районе, склад номер 133. Ну давай смотрим. Пойдемте посмотрим вот на эти кусочки. Так, след от взрыва. Что он нам даст? Анализ. А что, рукой, да, сканирует? Это летучий химикат, потенциально психотропное нервно-паралитическое вещество. Мерзкая штука. Будьте очень-очень осторожны с этим. Кто знает, какими свойствами он обладает. Занеси соединение в каталог компьютера для дальнейшего исследования. Хорошо.
Вот сюда давай. Хоронить нечего. Вот кишки до кусочки. Так, это что такое? Ага, это пауза вообще. Ну, связать. Так. Описание следов от взрыва. А чё? А вот. Связываю. Это как они по траектории как летели. Чтобы не взорвалось, у этого было достаточно силы, чтобы уничтожить человека, который стоял рядом. Но сами по себе химикаты были инертными. Что ж, судя по всему, он устроил большой взрыв. Фугас, видимо. Посмотрим, что еще смогу найти. Так, давайте посмотрим. Я уже видел эту форму. Так, восстановите произошедшие события, узнав, какие части доказательств лучше всего могут быть связаны между собой, чтобы оставить историю. Ага. Так. Проверить. Канистра взорвалась, осколок прошел мимо через дверь контейнера. На этот раз что-то прилетело. Ваша броня не защитила бы вас от этого. Ну-ка, а если открыть? Смогу? Ага. Вот, уже лучше. Осколок, вот который прилетел. Похоже, что пуля сначала пробила его. Обычная пуля не могла вызвать такой взрыв. Она необычная. Вот почему отверстие расплавлено. Это даже не знаю, бронебойня что ли какая? Что за пуля-то такая? Давай. Связываем со взрывом. Осколок металла взрывной канистры. Но мне нужно знать, что вызвало взрыв. Давай сюда пойдем. Палеты. Осмотреть, давай посмотрим, что здесь. Канистры хранились здесь. Канистры с чем? Что тут еще есть? Вау! Давай проверим полицейские. Это полицейские. Ну это и так видно. Ситуация полиции ухудшается с каждым днем. Так. Непораженная область. Подожди, подожди, подожди. Вот. Что-то здесь было, когда произошел взрыв. Что-то на колесах. Так, а с чем я должен связать? Нет. Ладно, осмотрим дальше. Мертвый. Наемник. Насколько плохо? Давай, что, еще в глаз ткнуть? Исцарапано лицо. Лицо разрезано, горло разорвано. Значит, это неестественные поражения. А карман. Смотрите-ка, что-то есть у него. Клуб Skyline. Так, ну мы уже знаем, значит, что за клуб. Проверить. Ну, сгоревший. Почему сгоревший-то? Взрыв. Этот человек ужасно обгорел, но похоже, что повреждения начались изнутри черепа. Господи, что смогло вызвать такое? Так... А у меня что, всегда такие аппараты есть, да, которые я даже не знаю, что это?
Ну, взял. Сенсоры показывают, что это зажигательное, остаток фосфора. Это могло перегреть содержимое канистры, вызвав вышеуказанные поражения. Давай руки осмотреть. Кровь, сломанные ногти, куски человеческой плоти. Что-то я не понимаю, что-то такое вообще может быть-то даже. Давай, с руками связываем. Полицейский порвал этого наемника на куски голыми руками. Боже, что же заставило такого совершить его? Нервно-паралитическое вещество, вероятно, вызывающее бешенство. А это свяжем. Так. Чё, траектория пули, вот. Так. Вот с чем ты связывана, непораженная область? Вот так. Область, которая отсутствует признаки взрыва. Ну это я уж понял, это мы уже видели. Только вот. Ну-ка. Что там такое? Белая роза. Визитная карточка Фалькона. Он в последнее время был занят. Отправь на разведку дронов. Я хочу знать каждый его шаг. Хорошая идея, сэр. Так. И что у нас здесь? Не вижу, чтоб еще что-то было. Ну-ка, если... Так. Окровавленные руки. А что тут может еще быть? Так, надо это правильно связать. И что мы видим? Этот кусок лежал здесь. Блин, я что-то понять не могу, как это... Да, опять то же самое, да? Что мы до этого видели, или нет? Don't think so. No proof. Не думаю. Нет доказательств. А, ну-ка, подожди. Вот сюда. Теперь хотя бы пуля с пулей будет. Find a connection. Нашли связь.
Пуля, убившая полицейского того же типа, что взорвала канистру. Уверен, они не купили ее в местном оружейном магазине. Похоже на вооружение армии. Че? А, еще надо. Дальше связывать. Так, так, вы что, все связаны? Да даже не знаю, ну вот так. Посмотрим. Кто-то уехал после взрыва. Вы составили общую картину? Да. Все. Картина общая составлена. Фальконе оставил здесь одну розу по его... Это его послание. Украденные химикаты, мертвый полицейский. Он делает большой шаг. Так, это вот как дело было. Смотрим. Один из его снайперов задел канистру зажигательной пули, вызвав перегрев и взрыв. Это мог быть способ отвлечь внимание или уничтожить важную улику. Полиция вошла, чтобы остановить кражу. Люди Фалькона застрелили их. Затем все пошло плохо. Возможно, из-за психотропного нервно-паралитического вещества по какой-то причине полицейский разорвал лицо наемнику голыми руками и был застрелен. Тот же снайпер, тот же тип пули. Похоже, люди Фалькона получили то, что хотели, и ушли. Вы определили позицию снайпера? Нет. Но основываясь на двух траекториях выстрела, канистра и мертвый полицейский, стрелок мог сидеть в метке выстрела только оттуда. Или оттуда. Или оттуда. Блин. И испачкал себя остатком фосфора. Запрограммируй скиммеры на фосфор. Сейчас, сэр. Ну, давай. Зацепимся, посмотрим. Есть что? Ух ты, какие у меня дорогие игрушки. Обе цели можно было поразить отсюда. Но нет следов фосфора. Че, по порядку идем? А я вот сюда. Тут какие-то фотографии есть. Или что за бумага там валяется? Not a bad angle. Неплохой обзор. No trace of phosphorus. Однако нет следов фосфора. Блин, вот. Вот что за невезение-то такое нахрен? Ай-яй-яй. Вот или он всегда так самый последний должен был обязательно быть. Неважно, в каком порядке идешь. Так, если здесь нет следов фосфора, то я уж даже не знаю, что делать-то. А вот следы фосфора есть. След фосфора. Отличная позиция. А вот и победитель. Ну. Осмотрим. Right, вот верное место. So так, куда он пошел? Подожди, а ты что, отпечатки пальцев, вот это все тебе не надо? Сигарета, осмотреть. Killing time. Убиваем время. След от радиоактивного чего? След обрывается здесь. Тогда он должен быть неподалеку. Found him. Нашел его. Time to go to work. Пора на работу. А чё ты голос так меняешь? Я не меняю, ты меняешь. Жулик. Ох ты. Как я вовремя держу пальцы на кнопке. Не вынуждай меня. Фальконе, я ничего тебе не скажу.
Давай, ударим его о стену. Я ни хрена тебе не скажу, козел. Еще разок. Хочешь выбить из меня информацию? Я не сломаюсь. Твои кости сломаются. Вот, вот это правильно. Пиньята. Тащите палки. Ребята. У нас появилась пиньята. То, о чем я тебе говорил, ты гребаное животное. Так. Заставлю тебя говорить. Знаешь, ты можешь истечь кровью до смерти, не пролив ни капли. Изнутри. Говори мне все, или я начну замахиваться. Замахиваться. О, подожди. Разбить, конечно. На. Почему ты башку бы ему снес бы с таким ударом? Говори. Эта женщина-кошка, она должна была сообщить местонахождение груза, но она не появилась. Поэтому нам пришлось искать ее самим. Контейнер за контейнером. Наверное, кто-то нас услышал, вызвал копов. Нам сказали не оставлять свидетелей. Зачем рисковать и начинать войну с полицией? Фалькона хотел химикаты. Фалькона хотел заполучить его. Для чего нужны химикаты? Нам заплатили за то, чтобы мы украли их, а не за вопросы. Нет, ты падла. Живи. А, подожди, оказать давление, конечно. Я начну здесь и буду продолжать ломать, пока ты не ответишь. Химикаты, они это какое-то оружие. Оружие, не знаю. Фалькон собирается скоро его использовать. Где? Это все, я не знаю. Клянусь, клянусь. А давай, конечно, сломать. Ты больше никогда не сможешь держать оружие. О боже. Черт, побери. Это полицейские. Так, лучше исчезнуть. Не сейчас, разговоры сейчас не нужны. Я была не права, скорая тоже понадобится. Какого черта творится сегодня, лейтенант? Бэтмен. Ну, конечно, Бэтмен. Кто же еще? Давай, ты меня видишь, я вижу тебя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Заметил вашу жестокость. Ну конечно, куда он делся? Конечно, заметил. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем.